Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать об вот такой новинке от компании Faberlic Wonder Kit. Палетка теней и румян для лица идет вот в такой вот упаковочке красивой. И сама упаковка теней и румян офигенная. Минусы: здесь нет зеркала, нет аппликатора, то есть у вас обязательно они должны быть. Здесь ушла защитная пленочка, но я ее сняла. Что же по самих продуктах? Вот здесь у меня свотчи, я вам ставлю разные варианты при разном освещении, так же как эти тени и румяна смотрятся на лице, и пудра. Но что по порядку могу сказать? Два матовых оттенка, светлый классный будет на все веко, и шоколадный просто фантастический, действительно красиво будет смотреться на глазах. У меня такого оттенка нигде нет. Светлый оттенок шампанского шиммера, он немножечко с блестками, и эти блестки осыпаются. А вот такой вот фиолетовый дуохромный оттенок, вот он не осыпается, и он тоже уникальный и интересный. Румяна суперского оттенка, которые подойдут большинству, и, как мне кажется, на зиму, потому что они более розового оттенка. А вот пудра меня немножко разочаровала, она будет круто как основа под тени, основной оттенок, потому что она желтизной, у меня желтый подтон кожи. Но как бы лучше будет ее использовать как на меня летом, и только теплому подтону. Холодному подтону вряд ли подойдет. В общем и целом, что могу сказать об этой палетке? Эта палетка не стоит своих денег, как на меня. То, что просит за него Faberlic, это завышенная цена. К примеру, за такую цену, как сейчас, эта палетка в каталоге, можно купить Sleek. Sleek там намного интереснее и больше оттенков. Румяна тоже можно найти такого классного оттенка в более бюджетных марках. Пудра не универсальные, поэтому, к сожалению, в общем и целом, хоть есть интересные оттенки, я вам рекомендовать эту палетку не могу. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. Всем пока-пока!